Здравствуйте, меня зовут Алена Гордон. Я художник. Пишу свои картины не на холстах красками, а на мраморе, измельченными самоцветами. Я дроблю камни, чтобы дать им новую жизнь. После того, как я получила классическое художественное образование, я работала иллюстратором, дизайнером, занималась росписями, преподавала изобразительное искусство. А примерно 29 лет судьба привела меня в мастерские по созданию декоративных панно из натурального камня. Именно тогда, на этапе свободного обращения с материалом, я стала экспериментировать с самоцветами. Так появилась уникальная техника живописи, а со временем и бренд Gordons Gemstone Art. Мне нравится переносить гармонию и красоту в нашу жизнь. Очень воодушевляет, когда мое творчество вдохновляет других людей. Ну и, конечно, какие-то простые вещи, как погладить кота, красивая чашка для кофе утром, свежий воздух, природа. Краски, которыми я работаю, нельзя купить в магазине. Их делают по спецзаказу. Минералы добывают геологи, потом камни дробят и просеивают на мельчайших частиц. Я применяю фракцию от 0,1 мм до пыли. В одной работе я использую до 30 наименований камней. Например, такие как лазурит, малахит, янтарь, гранат, охру, аметист и даже бриллиант. Все краски изготавливаются вручную. Я применяю только натуральные ингредиенты. Я все же думаю, что духовные первообразы, к которым я обращаюсь в своих работах, великих святых, помогают мне в наше сложное время. Сам процесс живописи в этой технике, на мой взгляд, сродни медитации. А иконы из самоцветов становятся живыми и помогают настроить восприятие человека на духовный уровень бытия. Я мечтаю о выставках своих работ в разных странах, новых проектах и путешествиях в незабываемые места нашей планеты. Мои работы – не массовый продукт и цена соответствующая. Картины станут семейной реликвией и пожизненными спутниками. С годами такая живопись становится практически вечной. Она не подвержена изменениям влажности окружающей среды и перепадам температур. Алена Гордон для программы Fashion и Zaru Profession.